Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, должен получиться топовый результат. Мы этого к этому уже идем неделю, но я все-таки добью этот состав и найду стабильный вариант для фарма. Хотя, в принципе, вам уже показал состав насмотра, каким, в принципе, набивается. Надо только сбалансировать точность и уклоны. В общем, такой вот состав для пророка, вот такого вот saint. Единственное, видите, тут ребята дротят 226, это надо сидеть тупо 13 часов и просто набивать. Но я считаю, это полная жесть, даже я такой хренью не страдаю уже. Я просто постараюсь найти вам оптимальный вариант, показать, как можно собрать по максимуму, чтобы, если вы хотите, участвовали в этой хрени. Поехали, посмотрим наших героев. Вот такой вот стрелок. Единственное, я уберу сейчас питомца, поменяю немножко, поставлю сюда. Огневика, для того, чтобы он дебафал. Его свойства, он дебафает на 70% атаку и скорость атаки. Так, на стрелка мы поставим, в принципе, чикабума. Поменяли. Огник у нас такой вариант, тоже с доспехом. Такс, дальше Фрэнк. Фрэнка давайте пока оставим, пусть будет смертушкой. Она тоже понижает скорость атаки на 65%. Так, окей. Пока пусть будет такая сборка. Вот это третий герой у нас был. Давайте по фракции, так будет удобнее. Ронин. Ну, Ронина я пока не пересобирал, да и смысла его пересобирать тоже особо не вижу. Он у нас такой вариант. Максимально дамажный. Так, Тесса. Тут мы вместо Иблопа поставим вот так вот, для отхила и для снятия негативных эффектов. Так, повышает скорость атаки. Ну, такую покачарку оставим. И самое интересное, герой, которого, как обычно, как правило, сливают первым. Сейчас мы попробуем тоже сюда сделать вариацию. Так, ну это, конечно, неплохой вариант. Но я попробую. Давайте поставим, попробуем ангела, чтобы не добивали. Как вариант, пока первый вариант. И по снаряге я хочу поменять, поставить священный суд. Возможно, мы не добьем, но зато мы будем видеть, проседает она в такой сборке или нет. Ну и надо, конечно, еще поработать над высадкой героя. Так, отлично, есть. С этим разобрались. Давайте возьмем магию, сделаем первый тест. Так, у нас все собраны, стартуем, как обычно, с огника. Как только смотр ударит, вот у нас даже для теста есть смотр ударит. Вот видите, наполовину просела, и выкидываем всех остальных. Почему я на огника кинул? Потому что, чтобы он сразу же получил дебаф. У нас получается и сердцеедка дает дебаф, и огневик на огнике тоже дает дебаф. Сейчас будем смотреть, или будет у нас хватать урона. Так, отлично, убили. И ничего не получили. Поехали еще разок. Ждем, вот он ударит сейчас. И выкидываем сразу же всех следом.
Или можно, в принципе, стартовать сразу, но там, конечно, шанс, он может ударить лучше. Вот, видите, опять сердцеедка просто слетела. Даже в такой сборке она просто ушаталась. Ну, конечно, естественно, если она уже падает, то, соответственно, падают все. Давайте попробуем другой вариант. У нас есть еще одна попыточка. Нету чарки. Ради интереса, конечно, можно попробовать сейчас наролить. Обряд лечения как вариант, либо же доспех. Он даст и урон, он даст и плюс жизнь. Но тут, конечно, такой спорный момент. Если у нас уже Holy Conviction, как видите, деф не спасает никак. То есть, ну, по сути, он бьет процентуально. То хотя бы попробовать, чтобы по максимуму хилил себя. Либо же придется все-таки ролить уклонение частично на героя в некоторых. Особенно на сердцеедку. Это как вариант, чтобы она не сливалась, потому что она должна все время дебафить. Такс. Значит, там у нас на рынке. Тут в пак входит фигня всякая. Бессмысленно. Тем более коробки скоро уйдут. Перелимит. Странно, видите, все-таки. Ну, хотя, в принципе, это логично, что оно не сработает. Так как он бьет процентуально, это до одного места, по сути. Можно попробовать доспех. Давайте попробуем вариант с доспехом. Посмотрим, как доспех зайдет, не зайдет. Не зайдет, тогда уже я на завтра сделаю новый составчик. Если нет, то уже на крайний случай будем играться опять же со звездиями. Делать золотую какую-то середину. Так. Казалось бы, на 48%, да, меньше должно быть. Так, отлично. Ну, плюс 35% жизни. Ну, конечно, стол был бы получше, но здесь плюс у нас будет дамаг. Поехали еще разок, будем пробовать. Такс. Покупаем шансы. Ну, даже возьмем на всякий случай на удачу. Так, стартуем. Раз. Ой, я поспешил. Сейчас нас опять могут хлопнуть. Ну, вот просто тупо дохнет. Не важно, что вы поставите, она все равно дохнет, блин, и будет дохнуть. Короче, надо пробовать все-таки уклонение. Уклонение, и думаю, работать над высадкой по-другому, ну, никак не получится. Вот уже вроде и топовые прокачки, топовые все, надо вот именно созвездие, что-то делать со созвездиями, потому что именно из-за этого она и слетает. Попробовать ей наролить уклон хотя бы частично. Сейчас мы зайдем, посмотрим. Пусть уже добьют, чтобы на завтра меньше было. Ну, не знаю. Этот рендом меня, конечно, вымораживает. То есть надо найти какую-то золотую середину. Ну, мы к этому идем, в принципе. Но, как видите, Ронин и Огник нормально себя чувствуют, а по этим все-таки попадают. Сейчас я посмотрю, что можно сделать по героям, но именно проседают. Ну, хотя, в принципе, и Тесса эти, они собраны на точность. Если убрать точность, может поставить, попробуем паролить уклонение и поставить выловить точность в новых созвездиях. В принципе, этого должно хватить нам. То есть не обязательно их полностью на фул точность собирать.
как видите, топовые чары даже не спасает. То есть ничего не спасает, только уклонение надо. Уклонение плюс точность. Даже Ронин уже слился с уклонениями, причем фуловыми. Ну, ну Огник, как обычно, красавчик. Это имба. Так, ладно, в принципе, можно до конца не добивать. Если у нас зайдет состав, то он будет бить. Поехали, посмотрим на нашу сердцеедку. Вот она. Вот она, Equipment. Вот так вот она собрана. В принципе, я думаю, можно попробовать. Даже больше будет убрать. Потом доролим точность. Соберем ее на уклонение. Надо еще подумать. Давайте сейчас хотя бы 3 уклона собрать. Как вариант. Потом может и больше попробовать. В принципе, оставить одну точность. И у меня есть еще идея насчет крит-резиста. Тоже надо будет посмотреть. Она у меня была с уклонением. Мы ее переролили на точность. Но зато теперь попадает 100%. Это как вчера на битве гильдий. Там ребята понакручивали на фрей точности. И просто наш ворожейка сливался только так. Так, еще одно уклонение, отлично. Попробуем что-то среднее сделать, чтобы она была более такая универсальная. Потому что если ее заточить чисто на уклон, она мне всегда будет попадать. Хотя, в принципе, возможно, нам и хватит этого одного уклонения. Попробовать ей словить 6 уклонов. А точность немножко так добить. В общем, ловим еще 1-2 уклона, а там будем дальше уже определяться завтра. Как видите, уклоны тоже не особо хотят падать, хотя раньше, блин, на английском классно падало. Так, отлично. Ну, смотрите, как прелестно просто. Сейчас бы сюда еще точность словить одну. Вообще было бы супер. Только пятую. Второй уклон. Это не то. Можно еще одну точно уклон еще один словить. Тоже было бы неплохо. Смотрите, пятерки вообще не падают. Многие спрашивают, куда деваешь самоцветы. Вот так вот сливается просто на роллинг созвездий. Ой, отлично. Отлично. Ну, попробуем такой вариант. Правда, у нас здесь получается не максимально. Нам тут теперь придется здесь. Хотя можно было, в принципе, не заморачиваться. Но я же не могу оставить. Так. Но точности мало. Попробуем такой вариант с уклонением, чтобы у нас чарка была.
активно. А там дальше будет видно. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите нового видосика. Всем удачи, всем пока.